Ветер 160 градусов, 8, максимально 11 метров в секунду, хорошие погодные условия. QFI 9,99 гектопаскаль, QNH 10,20, температура плюс 23, полоса сухая, коэффициент сцепления 0,65, эффективность торможения на полосе хорошая. Подушка 204 готова к взлету. 87, 204, полоса 15, ветер 180 градусов, 8 метров в секунду, максимально 11 метров в секунду, взлет разрешаю.